Всем здорово, ребят. Ну что, мы опять на аккаунте Андрюхи и продолжаем сегодня рассматривать нового героя. Добрался я наконец-таки до него. И сейчас мы его прокачаем, почитаем, посмотрим, потестируем, что это такое, потому что я особо был немножко занят и было не до этого. Так, ну как мы видели, он ближнего боя, это уже минус, иммунитета к молчанке нету, наносит дамаг. Давайте сразу же его качнем. Давайте по максимуму этого используем. Так, итого он у нас стал сразу 10-10. Сразу же судьбу ему прокачаем. Сделаем максималку, посмотрим максимальный скилл, как он будет влиять. Конечно, могли бы здесь тоже сделать какую-то быструю прокачку уже. Но они, как обычно, делают не то, что надо. Такс. Дофигища ресурсов, конечно, уходит на это все дело. Так, отлично. Сейчас посмотрим, что он на 15-м скилле нам будет выдавать. Изначально, не знаю, посмотрел на этого героя, честно скажу, он мне не особо что-то понравился. Судя по описанию скилла, да, куча иммунитетов есть, но самого основного от молчания, от блокировки я не вижу, поэтому будем надеяться на то, что он себя хилит неплохо. Блин, пипец, это сколько надо его качать, вот это вот нажимать, жмакать. Он натик. Кристаллов не хватило. Так тоже бывает. Так, Андрюха тут перекачивал одних героев, других. Такс. Окей, поехали дальше. Делаем сразу максималку, делаем 15-й скилл. Уже не заморачиваться над прокачкой. И посмотрим на изменения. Может, он сейчас будет прям мега вау. В этом очень сомневаюсь. Не хватает еще вот так вот. Так, окей. 15-15 у нас есть. Итак, 1045 дамага, увеличивает скорость атаки на 205. И крит шанс на 64 в течение 10 секунд. Но каждую секунду восстанавливает 13% здоровья. Вот это вот интересно, в течение 10 секунд. Но я думаю, это тоже можно порезать, потому что это нельзя убрать, но можно порезать. Так, кулдаун 14 секунд, дофигища. Иммунитет к ловушке, заморозки, окаменение, обездвиживание, базовая атака, чистый дамаг. А ну окей. Давайте что-то посмотрим интересное. В плане. Уже нету смысла качать. Баст. Вот можно, кстати. Давайте попробуем баст. Дамаг будет у нас плюс этот. 15-15, 10-10, без питомца, без особых прокачек. Поехали, посмотрим. Давайте жестокое, там какое. 8-10. Он себя должен прям мега вау хилить. Зеленый смотр. Ну, от хил у него, я вам скажу, довольно-таки неплохой. На минималке. Ну, конечно, 15-й скилл.
Вот так вот, вот видите, он каким-то своеобразным щитом. Вот, а вот его скилл включился основной, вот 1045 дамага. А вот это вот мелкий скилл, который наносит вокруг дамаг. Ну, сейчас еще раз перечитаем, посмотрим. Вот это основной скилл, подрыв, конечно, крутой. Но мне кажется, если он будет на дамаг, на отражалке, он просто сольется. Вот, пару секунд, у него отхила нет, дальше пошел обратно отхил. Но учитывайте, ребят, мы проходим героем 10-го этого левела. По дамагу, в принципе, выдает неплохо. 300. Мне интересно, сколько его ульта. Основная. Ну, конечно, с таким кулдауном и основным ударом. Смотрим. Где-то в 30 секунд должен быть следующий основной дамаг его. Это очень много. Это нереально много. Кулдаун такой большой, ну, не знаю, это бессмысленно, мне кажется. Вот где-то сейчас он должен задамажить. Вот он задамажил. Ну, плюс однозначно отхил. Иммунитет к станам тоже плюс. Но вот этим вот скиллом своим вблизи, конечно, он выдает неплохо. Чистый дамаг. Ну, не знаю, ребят. Что-то миссов столько проходит. Ну, хотя это не прокачанный герой еще. Поехали, читаем опять его. Умение, скилл. Где-то он пропал у нас. А, урон в размере 1045 вражеским целям, в целям поблизости. Не могу понять. Наносит урон в размере 1045 от атаки всем вражеским целям поблизости. Это все время получается. Его базовая атака наносит чистый урон в размере по своей цели. Цели. Но вот это вот у нас чистая атака идет. Базовая чистая атака рядом бьет. А потом идет, получается, залп. Тут, наверное, у нас просто сейчас стыки вынесут. Нет, держится еще. Но отхилиться не смог. Чистый дамаг вокруг. Ну, в принципе, интересно. Но есть же куча но. Основной-то его скилл не работает. Но чистый дамаг, ну, не знаю, против кого это нормально будет. Чистый дамаг от атаки все-таки. Давайте сделаем ему эволюцию. В принципе, есть смысл его собирать. Думаю, СО попробовать как вариант. Хотя, в принципе, он отражает. Но отражалка плюс это будет довольно-таки неплохой вариант. Как с Асуриком. Мне Асурик такой нравится. Можно на стойкость как вариант. Так. Это надо тестировать. Но мне не нравится. Кулдаун очень большой у основного скилла. И плюс его можно заблокировать. Как и большинство героев. То есть такого чего-то особенного. Плюс он ближнего боя. Это во многих ситуациях будет минусом, конечно же. Но чистый дамаг. Вот чисто ради чистого дамага пробивать. И то я сомневаюсь, что особо он там будет пробивать. Мы сейчас будем смотреть. Так, есть. Эволюцию мы с вами сделали. Сделаем еще агментацию. Да я не знаю, я, наверное, как я с Урикой, вижу смысл собирать чисто на ХП. Пробовать как вариант. Но плюс, конечно, это его отхил. За счет отхила это, конечно, интересно будет, то, что он себя хилит, отражает. Но хотя у Асуры тоже иммунитета не особо много. Если брать героя с отражалкой, где-то они чем-то похожи. Но Асуры, ну, хотя его, в принципе, Асура раз и включается, этот бьет, получается, это так и его работает второй, скажем так, скилл.
Так. Делаем вторую эволюцию. Сейчас посмотрим, что он нам скажет и покажет. Так, что-то погода портится. Качаем сразу сотый. Пока без прорыва попробуем. На обычном варианте. Ну, хотя без доната такого варианта не может быть, потому что это не обычный вариант. Для бездона герой все-таки как-никак донатный. Ну, не знаю. Что-то мне пока он, честно говоря, не особо заходит, как для донатного героя. Зефир там и другие герои намного. Огник тот же самый, мне кажется, намного интереснее будет. Хотя, может, на максималке он будет прямо сейчас тащить. Сейчас посмотрим. Так, мне интересно еще посмотреть вариант. С вами попробуем поставить ремочку. Как он будет включаться. Я без питомца буду. Давайте сделаем снарягу ему. Гляну, есть у Андрюхи что-то интересное. Можно как вариант усилить отражалку, но она не особо, конечно, усилит. Так, обряда у него нет. Чистой суперсилы тоже, в принципе, смысла нет. Победной. Да, у него с чарками тоже ничего такого интересного нет. Давайте суперсилу. Попробуем как вариант, пока. Ну, это временно, это чисто для теста. Понятно, что тут ни на что влиять особо не будет. На основной скилл. Так, созвездие. Ну, вариант, если вы соберете его на уклонение, по нему попадать не будут. Будет он, конечно, жить, но мне кажется, вариант с точностью будет очень хорош. Так, чтобы он по максималке попадал. Мы сейчас просто сделаем то, что у нас получится. Не будем особо сейчас сидеть полчаса, выроливать, как видите, падает. Ой, отлично. Точность. Нифига себе. Точность. Прям как под заказом. Смотрите, точность. Я думаю, нам этого варианта по точности хватит. Сейчас еще пару раз. Сопротивление смысла. Вообще нету никакого. Мне интересно, когда они уже ведут новые созвездия у нас. Что-то они очень долго их вводят. Ладно. Пусть будет такой вариант. Так, что у нас все. Мы поехали, посмотрим такой варик. Но тут, конечно, включается неплохо. Но основной скилл кулдаун 14 секунд, дофигища. Что по чистому дамагу получается у нас. Ну, тоже, видите, чистый дамаг наносится как. Ну, интересно. Интересно, дофигища дамага. Плюс он включается еще. Плюс, конечно, то, что он не станется. Но такое себе что-то. Прям, знаете, чтобы вау был герой, я бы не сказал. Да, скорость атаки увеличена в 2 раза. Как бы круто. Отхил тоже есть. Но этот отхил, я думаю, будет резаться. Просто тупо будет резаться. Называется герой, который уходит. Ну, без уклонения, как бы, смысла в нем на ПВП-локациях. С одной стороны, вообще нету. С уклонением нету смысла от его отражалки.
Так, мне интересно еще одно. Поехали посмотрим насчет автопрока. Есть ли смысл? Да, он автопрокер. Ну, в принципе, вариант. Вариант. На аренке давайте попробуем. Ну, такое, знаете. Мне кажется, другие герои поинтереснее, даже донатные. Вот там, в плане PvP локации, ну, что-то такое. Не особо он меня пока внушает. Возможно, надо будет потестировать другие прокачки. Давайте попробуем здесь. Так, ремка. Ну, когда в поле зрения, видите, ремка включилась, и дальше все. Ну, миссует у нас, наверное, чисто из-за титула. Так, смотрим, что у нас здесь по дамагу будет. Включаются. Заморозка на него не действует. Это, конечно же, плюс. Но я не особо вижу. Не, разбирает. Смотрите. Блин, разобрал. Все-таки героя поразбирал. Сейчас посмотрим. Вот смотрите, какой дамаг вылетает. Ударил. Пару секунд и дальше опять пошел. Тут, конечно, красиво смотрится. Чистый дамаг. Это без брони чистый урон пролетает по камешку. Ну, скорость атаки, ну, не знаю. Честно скажу, я у себя не вижу его, допустим, в основе, да, как героя. Тут нас, наверное, сейчас просто разгребут. Ну, а то, что у него отхил есть, это, конечно, плюс. Но это все режется, вот смотрите. Ну, тут плюс молчанка на него работает. Это тоже стоит учитывать. Сейчас пойдем на PvP локацию, посмотрим там на основной скилл. Оно включается, когда есть... Вот смотрите, парализовали и все. Включается, когда есть в зоне действия кто-то с врагов. То есть, ну, это не такой автопрок, который прям... Без разницы, где там цель включается. Я смотрю по арене, что он включается только когда вблизи есть цель. Не сразу врубается. Ну, такое. Интересно, кто кого. 4 секунды перерыв, и дальше пошло опять. Мы, по идее, должны затащить даже здесь. Но в любом случае, допустим, поставить ему... Сейчас мы пойдем на PvP локации. Попробуем ремочный вариант, просто посмотрим, как он будет смотреться. И поставим ему СО. Для максимального дефа. Так. Это без прокачек, в принципе, герой. Без прорыва. Сейчас все герои надо тестировать уже на прорыве. На максималке. Поехали посмотрим, как он включится сейчас. Ну вот он включился. Ну не знаю, я не вижу, честно говоря, сейчас смысла от ремки на нем. И никакого смысла нет. У нас, конечно, противник такой, что нету смысла. Так, давайте что-то попроще попробуем. Он у нас по центру стоит. Ну вот он ударил, мне кажется, это, ну, смотр в любом случае не убьет бы, он достал. Наверное, есть смысл его ставить даже в первую линию, чтобы доставал. Судя по тому, что он прибил только ближних. Сейчас попробуем в первую линию поставить. Ну вот Асурик у нас. Асурик забирает энергию, что довольно-таки неплохо. Ну, вот тоже у Асуры где-то плюс-минус одинаково. Вот Асурик включился, и вот он энергию забирает. Отражалка, но Асуры нету отхила. И Асура, давайте начнем с того, что не донатный герой. Это обычный герой. Хорошо. Давайте попробуем другой вариант. Давайте сделаем вот так. Уберем ремку. Поставим сюда вариант. Вот такой вот. Пусть все вот так вот будет. А, плюс еще давайте, ах, там тут у нас с питомцами так не получится.
Давайте поставим сову. И попробуем опять же напасть на первую пачку. Там, где были зефир и прочее. Мне просто интересно посмотреть. Понятно, они все с прорывами. Что у нас в итоге получится. Ну, смотрите. Держится уже получше. Но молчанка пролетает, смотрю. Все равно зафигачили. Но землеройка там практически ушатался другие. Так, что тут во второй пачке? Вот сейчас на вторую пачку мы пойдем. Так. Суперсила. И мы сейчас его поставим в первую линию. Ну, такое, знаете, неоднозначное что-то по этому герою. Ставим в первую линию. Давайте на этого нападем сначала. Посмотрим, сколько зацепит. Он не включился, может быть, дремку сняли. Так, ладно, этого нету смысла уже нападать. Ну, такое, не знаю. Для донатного героя я бы не сказал, что это прям мега-вау. Защиты от молчанки нет, и это очень печально. А его могут под молчанку просто тупо все время загонять. Вот посмотрите, вот пример, разница, да, ну здесь понятно, 30-й прорыв, но это лисица. Собрано нормально, и в принципе, чем лис хорош? Держится и наносит дамаги, и замораживает. Но мне кажется, лисица даже интереснее. Это чисто, знаете, такое, кто где бегает, но я нового героя, честно говоря, пока не вижу раскрытия прям такого мега-вау. Лисица, конечно, максимальная с 30-м прорывом. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Против нас Фрея. Так. 30-й прорыв у Фрея, смотрю, да. Но вот здесь я вам скажу довольно-таки неплохо. Посмотрите, его и не пробивают. Плюс он наносит дофигище просто дамага. Он Фрея 30-й прорыв. Ну, понятно, у него деф классный, плюс отражалочка. Ну, смотрите, он Фрейку как подбирает по чуть-чуть. За счет скорости. Вроде и неплохо, интересно. Снова затащим здесь этого. Должны затащить, по идее. Так, отлично. Давайте еще попробуем. Заюзаем. Напал. Напал немножко не так. Но, по крайней мере, то, что я увидел, то, что он с Фрейей справляется. Причем Фрейя 30-го прорыва. В принципе, неплохо уже. Но у него отхил. То есть, у него отхил плюс хороший деф, плюс скорость атаки. Плюс дополнительный дамаг по целям вокруг, то за счет этого, может, где-то он на PvP локации будет хорош. И то я сомневаюсь, это надо смотреть уже будет на битве гильдии, на атаке фортов. Чего он и как. Смотрим здесь. Молчанка и все, от него ничего не остается. Ну, посмотрите, 20-е, 15-е прорывы, а у него реально держится неплохо. ПП-шка, смотрите, эти разобрались за счет отражалки. За счет дамага, чистого дамага, вот он реально тащит. Чистый дамаг у него реально крутой, смотрите, что он сделал. Все-таки разбирает довольно-таки нехило, плюс отхил хороший. Не знаю, надо будет опять же тестировать против других, но... Разбирает он красиво героев, которые, ну, посерьезнее прокачаны, нежели он. Разобрал. Вообще без вопросов. Так, ну давайте что-то интересное, может, где-то... Вот, Зефира хотел сказать, встретил. Давайте против Зефира еще попробуем такой вариант. Зефир, Огник. В принципе, вот плюс. У него отражалка работает, смотрите. Огник, Зефир,
Они будут сливаться, и плюс он реально дофигища дамага наносит. Как ни крути, но дамаг он реально дофига наносит. Ну, не знаю. Но это пока без прорыва. С прорывом будет интересно посмотреть, какой у него дамаг будет. Ну, для PvP локации вот такого плана, если он будет в тиме, дополнительный дамаг очень даже ничего. А так пока, ну, не знаю. Ну, очень много вопросов по поводу его применения. Вот, например, Бард у нас есть. Ну, тут Барда. Против Барда, ну, не знаю, молчанку на него накинут, он тоже нифига не сделает. В общем, пишите, что вы думаете. Ну, у меня, знаете так, процентов 80, что герой, ну, реально, ну, бесполезный. Посмотрим, что будет дальше. Всем удачи, всем пока.